Добрый день! Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы с вами продолжаем нашу беседу об особенностях геополитики ветхозаветного времени и о том, как она проявила себя в истории Единого Царства и его разделения на Царство Северное Израильское и Южное Иудейское. Итак, продолжим нашу с вами беседу о тех геополитических коллизиях, которые сопровождали собой жизнь династии царя Давида, царя Соломона и его ближайших потомков. Как мы уже с вами в прошлый раз говорили, вот это стремление Соломона жить по законам мира сего, а не по тем принципам предстояния перед Богом, которые от него ясно ожидались Творцом и Создателем, даровавшим ему царство, оно привело и к политической, и экономической неудаче того великого начинания Единого Царства, которое столь блистательно начал, но, к сожалению, не сумел в полноте осуществить и закончить царь Соломон. Мы видим, что начатое им грандиозное строительство, оно истощило те, казалось бы, безграничные ресурсы, которые были в его руках. 666 талантов золота ежегодно приносимого одной только морской торговлей, не говоря и данью, так сказать, с подвластных ему народов и государств, собственные налоги, которые он собирает со своего населения. Все эти огромные средства уходят на, с одной стороны, конечно, очень важную задачу великого державного строительства, на строительство потрясающего по своей красоте и могуществу города того времени, Иерусалима, священного центра того царства, которое создавал Соломон. Ведь Иерусалим – это не просто столица, не просто политическая столица. Это единый храмовый центр, это храмовый город. Это город, построенный, собственно говоря, вокруг храма. И это та главная задача, которая стояла, одна из главных задач, которая стояла перед Соломоном. И, может быть, вообще главная, судя по тому, что говорится об этом в Священном Писании. Мы знаем, что когда Давид хочет построить храм в честь Бога истинного, когда он переносит из Кириат-Иеарима, наконец-то, столь долгое время пребывавший в пленении и в таком, в общем-то, как бы, ну, не забвении, но некотором уничижении Ковчег Завета, переносит в Иерусалим, он хочет построить для него и достойный дом. «Я живу в доме из кедра», — говорит в своем сердце Давид, «а Бог мой не имеет ничего, кроме скинии, палатки». И он хочет построить действительно достойный, столь любимого, почитаемого им Бога храм. Но поскольку, как известно, он пролил слишком много крови, это великое свершение судьбами Божьими, промыслом Божьим назначается его сыну, мирному царю Соломону. И поэтому не случайно Соломон в качестве тронного имени принимает именно вот это вот имя – Соломон. Ведь это не то имя, которое, собственно говоря, было дано ему изначально. Ведь по свидетельству Священного Писания, книги царств, его имя Иедидия, возлюбленный Богом. И он от этого имени при своем вступлении на трон отказывается. Он берет себе имя Шлома, Шаломон, Соломон, мирный царь, показывая этим, что он как раз-таки есть именно тот наследник Давида, который должен осуществить вот эту великую миссию создания единого храмового комплекса, единого храма для всего народа, который бы объединил весь народ Израиля. Ведь Соломон очень хорошо понимает, что, вообще говоря, залог прочности того, что он созидает, не только в количестве боевых колесниц, не только в крепости стен, которыми он обносит свои города, но в первую очередь в том единстве, которым
собственно говоря, может дать народу, этим 12 столь разным племенам, коленам Израиля, может дать только их единая вера. И поэтому Соломон, как и его предшественники, борется с вот как раз-таки раздроблением, внутренним раздроблением иудейской религии, когда богослужения совершаются просто на каких-то высотах, как мы знаем, курения совершаются там под каждым деревом и на каждой горе совершаются вот эти жертвы, и даже левиты принимают в этом безобразии порой участие в отдельных каких-то местах. Ему нужно собрать народ воедино. Для этого нужен единый храм. И вот в этом, собственно говоря, конечно, очень большая разница вообще между ветхозаветным иудаизмом и иудаизмом современным, неоиудаизмом. Да? Вот, и это очень важная такая черта, которую тоже мы должны понимать, сталкиваясь с этим, и которые зачастую, в общем-то, конечно, не очень себе представляют многие люди, которые принимают за храм синагогу. Синагога – это всего лишь место собрания. Я помню, один киевский еврей как-то мне рассказывал, как он впервые приехал в Израиль, очень воодушевленный своей вот этой верой. Он, в общем-то, стал впоследствии раввином, там, главой своей еврейской общины. А тогда вот он, увлеченный вот этой своей обретенной после советского безверия религии, он приезжает впервые в Иерусалим, его встречают с самолета, спрашивают о том, какие у него планы. Он честно говорит, что он бы хотел выспаться и сходить в синагогу на следующий день. Ну, его спутники так переглядываются между собой. Странное желание. Ну, хорошо, сходи, своди его в какую-нибудь синагогу, говорят ему. Проснувшись, он узнает, что только в том райончике, в котором он остановился, синагог 3000. Большая часть из них расположена просто в каких-то там квартирах, жилых домах, комнатах отдельных. То есть синагога – это не храм. Храм был только один. И может быть только один. И весь современный неоиудаизм, собственно говоря, кроме каких-то внешних и то искаженных форм, не имеет ничего общего на самом деле с ветхозаветной религией по причине именно одного – по причине отсутствия храма. Храм было тем, что объединяло всех жителей, всех членов столь разных, как мы уже говорили, 12 колен. Все они постепенно, благодаря усилиям своих духовных и светских лидеров, царей, приобрели вот навык вот этого постоянного, ежегодного паломничества, которое мы видим и в Новом Завете, когда семья Спасителя тоже вот отправляется в далекое путешествие из неближней Галилеи, там порядка 150-180 километров нужно проделать, зачастую по жаре или по какой-то не очень плохой погоде, по камням, по горам, по пустыням, для того, чтобы достичь вот этого единственного в мире храма. И вот эту уникальность религиозного центра, который он создает в Иерусалиме, царь Соломон прекрасно понимает. И поэтому, собственно, делает это своей такой главной, основной задачей. Но, с одной стороны, он увлекается и внешней роскошью при строительстве этого храма, с другой стороны, увлекается и роскошью строимой им столицы. Много средств очень уходит и на его серьезные такие вот военные проекты, да, создание регулярной, постоянной армии, с большим количеством колесниц, коней, которые ему доставляют из Египта, из Киликии. Это, в общем-то, конечно, все очень затратно. И к концу своего 40-летнего царствования экономика государства царя Соломона, она, в общем-то, находится в упадке. Столь глубоком, что в какой-то момент он даже предлагает своему союзнику, царю Хираму, которого он в, так сказать, благодарности, в уплату за проводимые для него строительные работы, снабжая сельхозпродуктами, он предлагает ему самому заняться тем, чтобы, так сказать, собирать эти сельхозпродукты, готов ему отдать там 20 каких-то небольших городишек, местечек ханаанских в Галилее, чтобы царь сам
занимался этими экономическими вопросами и сам собирал сельхозпродукцию для своего такого прибрежного государства Тира с вот этих сравнительно плодородных земель, которые ему предлагались. Ну, как мы знаем, царь Хирам осмотрел предлагаемые ему эти заштатные сельхозугодия, обозвал их кавулом, то есть неприятным местом. И, кстати, до сих пор там в Галилее присутствует городишко небольшой, это поселок, который так и называется сейчас Кабул, в память об этом посещении царя Хирама. И, в общем-то, отношения двух союзников приходят к такому экономическому и политическому кризису к концу царства Соломона. Вот. Напряжение всех сил государства требуется для того, чтобы воплотить в жизнь все те великолепные проекты, которыми увлечен блистательный царь Соломон. И это напряжение столь высоко, что, естественно, рождает недовольство. Недовольство это постоянно подогревается. Подогревается кем? Нетрудно предположить из последующего, в общем-то, анализа событий Священного Писания, книги «Царств», которая об этом повествует, книги «Пролипоменон», о том, что это недовольство весьма искусно и тонко подпитывалось эмиссарами из Египта. Египет четко держал руку на пульсе своего северного соседа, который так ему мешал, но который при этом необходимо было, в общем-то, ни в коем случае не сбрасывать со счетов, но всячески обихаживать и создавать, в общем-то, такую видимость самых благополучных политических взаимоотношений. Ну, тем более, что, как мы знаем, с вот этими расчетами фараона Шишенко на плоды династического брака между Соломоном и его женой что-то, ну, каким-то образом не заладилось. Какая уж там была причина, мы не знаем, мы гадать не будем. Священное Писание об этом умалчивает. Может быть, дети Соломона и дочери фараона, которая даже не названа по имени в Священном Писании, не увидели свет, может быть, они скончались в младенчестве, что было не редкостью для того времени. Не знаем, по какой причине, но никакого ожидаемого наследника этот брак не принес. Поэтому приходилось обратиться, по всей вероятности, к плану «Б». Благо, что обстоятельства этому, в общем-то, благоприятствовали. С одной стороны, появляется весьма подходящее орудие для того, чтобы эти планы смогли осуществиться. Появляется, по всей вероятности, весьма талантливый человек Иероваам, сын Надава из колена Ефрема. Человек настолько, в общем-то, толковый, что, попав на строительство стен Иерусалима, он довольно быстро возвышается до руководителя, так сказать, всеми рабочими, которые трудятся на этом серьезнейшем для того времени объекте, знает прекрасно всю подноготную этого строительства, знает все эти тяготы, знает настроение народа и в какой-то момент, как мы знаем, встречает на своем пути пророка Ахию Силомлянина, который снимает с себя свой плащ, раздирает его на 12 частей, 10 из них отдает Иероваму и вместе с этим закладывает очень серьезное, очень такое глубокое впечатление тем пророчествам, которые произносит. Он говорит, что вот так отнимет Господь царство у Соломона и его потомков, разделит его и отдаст тебе 10 колен из 12, если ты будешь праведно ходить в путях Господних. Тогда, как говорит через пророка Иероваама, Господь, я сделаю твой дом столь же твердым, что и дом Давида. Но, как мы знаем, Иероваам отнюдь не
делает того, чего от него ожидает Господь. Он делает, можно сказать, буквально все совершенно наоборот. И причиной тому, опять же, служит вот та самая пресловутая геополитика. Та самая подчиненность принципам геополитики, которую принимает человек, пускай даже, может быть, благонамеренный, талантливый, может быть, даже желающий проводить свою жизнь и совершать свое царство неблагоугодно, но однажды вступивший на пути этого мира. И, как мы видим на примере Иеровоама, этим миром обманутый, оболганный и поруганный. Царь Соломон узнает об этом пророчестве Ахии Силоблина. Иеровоаму приходится бежать. Ну и куда же он бежит? Понятно, что бежать ему недалеко, в Египет, собственно, соседнее государство. А там готовы приветить любого такого, как сейчас бы сказали, политического диссидента, человека, получившего политическое убежище. Один из моавитских князей там уже на тот момент уже получает это убежище, и вместо того, чтобы жить в неге и покое, становится одним, как бы сейчас сказали, из полевых командиров и ведет партизанскую войну на окраинах царства Соломона в Зайордании. Ну, а Иеровоам — это вообще ценное приобретение. На опытный взгляд фараона Шишонка, который вполне может с таким-то, в общем-то, действительно, как бы сейчас сказали, бэкграундом, с таким потенциалом, с таким пророчеством, которое произнесено и которое услышано, которое брошено в народ, от него можно ждать очень-очень многого. И Шишонк делает свою ставку до поры до времени на Иеровоама. Но благо этим планам помогает и кончина царя Соломона, которая совершилась мирно, как его царствование, благодаря праведности его отца Давида, поскольку, несмотря на все его увлечения, на все его ошибки, на то, что он, в общем-то, совершил, можно сказать, даже определенное отступничество, тем не менее Господь принимает его, принимает ради добродетели его отца, принимает ради того юношеского благочестия, которым полон некогда благочестивейший Соломон, исполненный Святого Духа, который произносит когда-то столь вдохновенную молитву при освящении храма Иерусалимского, после которой вообще все, так сказать, пространство наполняется шехиной, видимой, зримой, ощущаемой благодатью Святого Духа, славой Божией. И царь Соломон умирает в мире, а его наследник Иеровоам, человек, по всей вероятности, весьма обижен на своего отца. Ну, на что, может быть, сын монарха обижен на своего царственного родителя в первую очередь и главным образом? Конечно, за долголетие. Ничто так невероятно, так сказать, не огорчает рвущихся к власти отпрысков, как долголетие их царственных родителей. Царь Соломон правит 40 лет. За это время Иеровоам, по всей вероятности, успевает уже перезреть и перекиснуть в каком-то, наверное, отношении, в своих ожиданиях, когда же, наконец, придет его пора занять место на престоле. И, к сожалению, когда это происходит, он делает все в каком-то смысле, может быть, где-то подсознательно, назло и наоборот всему тому, что делал его родители. Кроме того, это человек, не познавший тягот, это человек, наслаждающийся благами мирного времени уже во втором поколении, в третьем поколении. Человек, которому неизвестны те тяжелейшие труды и скорби, и воинские брани, которые сопровождали собой жизнь его деда Давида. Человек, воспитанный матерью-язычницей в обстановке сначала гарема, а затем блистательного дворца. И человек, окруженный, в общем-то, такими же любителями роскоши, которые не дают ему добрых и хороших советов. И мы знаем, что эта роскошь вступает в какой-то момент в глубокое противоречие с тем, чего ожидает от нового монарха
его народ. И положение этого монарха весьма шатко. Это подтверждается тем, что после коронационных, так сказать, мероприятий помазания на царство, которые были совершены в Иерусалиме, естественном таком духовном и светском центре своего государства, Роваам по необъясненной в Библии, в Священном Писании причине отправляется для совершения подобных же торжеств, подобных же мероприятий почему-то в Сихему, в северную, так сказать, столицу своего государства, которое не является ни столицей, ни духовным центром. Но, по всей вероятности, ему чрезвычайно важна поддержка вот этой именно северной части государства. Вот тех 10 колен Израиля, которые обладают северной и самой большой частью царства. В этом уже проявляется определенная слабость этого правителя. Вместо того, чтобы собрать, призвать жесткой рукой всех в том центре, который создавал Соломон, он, может быть, из каких-то популистских настроений, может быть, подсознательно борясь с наследием своего отца и разрушая то, что он созидал, отправляется, вместо того, чтобы собрать всех в Иерусалиме, сам отправляется в Сихем. Очень странный с точки зрения политический шаг. Шаг, который говорит о каком-то таком действительно популизме, угодничестве перед народом. И там его ждет весьма неприятный сюрприз, который во многом он готовит сам. Ну, мы знаем вот этот известный диалог между народом, представителями народа и Роваамом, когда его просят ослабить налоговое бремя, поборы, те, так сказать, наказания, которым подвергается население и которые вынуждены нести лишения для того, чтобы элита царства могла процветать. Но, посоветовавшись со своим ближайшим окружением, Роваам дает ответ, как мы знаем, совершенно идущий вразрез со всеми народными чаяниями. Он говорит, что если отец мой вас бил бичами, я буду бить вас скорпионами. Если, так сказать, это отец налагал на вас, так сказать, тяготы с мизинец, я навожу с бедро, ну и так далее. То есть вот все вот эти такие образные восточные выражения, которые он использует для того, чтобы отнюдь не обрадовать свое население. Странно, то есть с одной стороны он проявляет шаг такой, на самом деле говорящий его слабость, отправляющий в Сихем, а с другой стороны, делая это, он пытается угрожать. Ну, в высшей степени, конечно, неразумный поступок. Отчего-то он уверен в том, что вот такая стратегия запугивания поможет ему править этим народом. Но все изменилось. И реакция вот этого народа оказывается совершенно иной. Собравшиеся говорят, что нам в доме Давидове? Разойдемся по шатрам своим. Смотри сам, Давид. То есть вместо того, чтобы поддержать своего царя, они обнаруживают явно такие сепаратистские настроения. Как могли эти настроения возникнуть буквально под носом у правителя такого, казалось бы, крепкого, единого, несокрушимого государства? Совершенно очевидно, что были те, кто готовил эту почву, готовил не один год. И вот эти, фактически то, что происходит в Сихеме, это совершеннейший такой пример так называемой цветной революции того времени. Абсолютно те же механизмы были задействованы, что и тогда, что задействуют сейчас. Совершенно очевидно, что в то время, когда юг государства благодушствовал, окруженный и усыпленный своим внешним могуществом и великолепием, на севере давно уже действовали эмиссары Египта, которые подогревали вот эти протестные настроения в народе, которые внушали ему, как плохо жить в таком авторитарном государстве, где с тебя берут столько всевозможных налогов, вот, и не лучше ли жить самостоятельной жизнью, соединиться с остальным цивилизованным миром, носить кружевные египетские трусики и пользоваться прочими, так сказать, благами цивилизации,
которые может этот самый Египет предоставить достойному, вставшему на путь самоопределения народу. То, что это было именно так, доказывается тем, с какой скоростью там появляется Иероваам. Но все-таки, как бы то ни было, хоть государство и соседнее, но путь-то не близкий. Ведь нужно очень хорошо быть осведомленным о том, что происходит в соседнем государстве, для того, чтобы вот так вот, понимаете, как сказать, это, извините, черт из табакерки, в нужный момент появиться в нужном месте. Совершенно очевидно, что пришествие Иероваама было подготовлено внешними силами. Он появился там не просто так. Он появился, потому что его ждали. Это был тот лидер, которого уже предлагали вот этим 10 коленам Израиля для их вот этого незалежного проекта, для их вот этой, так сказать, грядущей независимости, которой они должны были в скором времени насладиться. Ну, мы можем тут использовать самые разные примеры современности, не только наиболее близкие нам, в общем-то, по всему миру. Мы сейчас видим примерно ту же самую технологию, древнюю, как Египет, древнюю, как мир. В этом смысле современные политтехнологи, современные геополитики не отступили от тех правил политических технологий и геополитической игры, которые были заложены еще их весьма-весьма дальними и давними предшественниками. И так внезапно, действительно, как вот этот разорванный плащ, Иероваам получает 10 колен, получает вот эту независимость, создает свое собственное государство, многообещающее государство, государство с самым мощным экономическим, на самом деле, потенциалом. Как раз на его территории оказывается и те самые колесничные города, за исключением Гезера, и Мегиддо как раз-таки там оказывается, и самые, в общем-то, выгодные сельскохозяйственные угодья. Все это там. Все возможности для развития. Но как ставленник Египта, как человек, уже ориентированный на эту независимость, он продолжает выполнять тот план, который, по всей вероятности, был ему вложен еще в Египте. И тот план, который оказался намного сильнее предупреждений, пророчеств, предсказаний, которые давал Иероваам через своих служителей, через своих пророков Господь. И спустя какое-то время Иероваам понимает, что для того, чтобы его государство в действительности было независимым, крайне необходимо сделать его независимым в первую очередь в отношении религиозном. И он рушит ту самую важную, самую главную, как бы сейчас сказали, духовную скрепу, ту самую основу, которую закладывал царь Соломон. Причем рушит самым таким радикальным способом. Что делает Иероваам? Как мы видим, он разрывает связь между религиозной митрополией и окраиной. Иерусалим не должен быть больше единым духовным храмовым центром, куда стекаются на праздники, на самые важные события своей жизни население всех 12 колен. Ну, первое и самое простое решение, которое он для этого предпринимает, он ставит золотых тельцов, идолов. Одного он ставит в Дан – это город, который всегда исторически собой означал самую северную границу Израиля, самый его крайний предел с северной стороны. И Вифиль. Самое интересное, что Вифиль – это вообще, собственно говоря, 10-12 километров от современного Иерусалима. Это настолько близко, собственно, к Иерусалиму, и вот здесь, буквально у порога Иерусалима, появляется вдруг вполне себе цивилизованное современное капище с традиционными золотыми тельцами, и говорится: вот Израиль, боги, которые вывели тебя из Египта, поклоняйся им, служи им, ходи вслед них. Это не единственное, что делает Иероваам в ходе своих, так сказать, религиозных реформ.
Можно сказать, что то, что он делает, в чем-то весьма напоминает протестантизм. Ну, мы знаем, что у протестантизма, да, было три основных принципа, и один из них – это священство всех верующих. Любой верующий может уже, так сказать, сам по себе уже становиться священнослужителем. И это было глубочайшее, так сказать, глубочайшим различием между той религиозной практикой, той религиозной традицией, которую исповедовал народ 12 колен, верный своему единому Богу. Мы знаем, что священство в Израиле могло быть только наследственным. Только те, кто происходил из колена Леви, относился к числу левитов, могли принимать на себя священное служение, и только потомки Аарона, так называемые коэны впоследствии, как называли, могли становиться священниками и первосвященниками, которых выбирали из среды священников. То есть здесь священство было кастово-родовым, наследственным. По новому проекту, который предлагал Иероваам, для той религии, которую попытался создать, совершенно вот такой вот синтетической, на самом деле, религии, которую он предлагает населению своего нового государства. Любой, кто пожелает, может становиться жрецом и может совершать свое служение на любой высоте, любому идолу, любому божеству. Для этого ему нужна только, так сказать, как сейчас бы сказали, лицензия. Ну, то есть посвящение, одобрение, собственно, самого царя. То есть священство всех верующих, основной принцип лютеранства и вообще протестантизма в действии, как мы видим, и здесь вот такой достаточно простой выход. Хочешь в действительности разрушить единство какого-то единого прежде народа, позаботься о том, чтобы разрушить его духовную основу этого духовного единства, религиозное единство. И это, в общем, конечно, один из главных принципов геополитики, религиозное отражение все того же «разделяя властвуй», которые исповедовали еще стратегии Древнего Рима. И вот то, что делает Иероваам, почему он делает это? Несмотря на столь ясные, явные пророчества, несмотря на то, что Господь неоднократно к нему обращается через своих пророков, возвещает ему падение, возвещает ему наказание, возвещает ему свое благоволение, если он будет ходить путями праведности Божией. Но все это он отвергает ради того, чтобы сохранить свою власть. Потому что власть он мыслит исключительно в категориях геополитики, в категориях технологий власти того времени. И как же быстро оказывается поругана эта вера и надежда слабого на справедливость этого мира, на справедливость сильных. Фараон Шишонг проводит свой блистательный эндшпиль буквально через 5 лет после смерти Соломона. Сначала он разделяет единое царство на две части, соответственно, разделяет и те военные силы, которые были у этого единого царства, и которые могли бы вместе противостоять ему как единая военная сила. Он разделяет, а потом по отдельности с легкостью разбирается и с тем, и с другим. Сначала он, причем в ходе своего вот этого налета, который он совершает на Иудею, а потом и на своего союзника и ставленника Иероваама, он разрушает в первую очередь, естественно, колесничные города. Забирает то, что когда-то одной рукой давал Соломону, заключая с ним вот этот династический брак. Все. Бронетанковые силы некогда единого царства обращены в ничто, разрушенные колесницы и кони захвачены в качестве трофеев, а дальше хоть южное, хоть северное царство Египта уже не соперники. Он больше может не опасаться никакой военной угрозы, никакого военного противодействия с их стороны. Дальше уже, что называется, дело техники, дальнейших политических технологий, которые позволят ему прибрать непокорного соседа к рукам,
лишив его религиозного единства, лишив его народного единства, лишив его религиозной и национальной идентичности и, собственно говоря, организовав постоянную гражданскую войну между двумя частями некогда единого народа. Вместо того, чтобы в какой-то момент объединить свои силы против Египта, оставшиеся после этого налета Шишонка Сусакима военные силы тратятся на постоянные пограничные стычки, на постоянную гражданскую войну, на постоянные взаимные походы друг против друга между Южным и Северным царством. Некогда единый народ начинает воспринимать один другого как врага, как нечто совершенно противоположное, как нечто разделенное. И, естественно, занятый постоянной внутренней сварой, не представляет никакой угрозы для своих противников, для своих политических соперников. Ну, что называется, читайте Библию и учитесь, вот, как поступать с такими непокорными царствами, народами, державами. В общем-то, если мы попробуем Священное Писание как кальку наложить на те события, которые нас с вами окружают, мы достаточно легко и быстро убедимся в том, насколько действенны эти рецепты Ветхого Завета и по сей день, и насколько те, кто, вероятно, пытаются варить свои кушания на этой кухне, строго придерживаются прописанной еще в Ветхом Завете рецептуры. Самое интересное, что не только Газер оказывается уничтожен, разрушен и возвращен в орбиту интересов Египта, не только храм Соломона оказывается унижен, разграблен со всеми своими 600 золотых щитов, украшавших его, которые отныне становятся достоянием фараона, но и Северное царство подвергается точно такому же разграблению и точно такому же унижению. Все, кто надеются на помощь и покровительство своего более сильного союзника, пытаются двигаться в фарватере, в русле проводимой им политики, всегда заканчивают так, как закончил Иероваам и его Северное царство. Лишаются всех тех благ якобы независимости, которыми их прельщали, которые им сулили и которыми разрывали то, что в действительности было основанием их силы, их единства, их верность Богу. И мы знаем, что Израильское царство, наиболее глубоко и сильно отступившее от Бога, в общем-то, намного и более кратким было по времени своего существования. В 732 году всякое его политическое существование окончательно подходит к своему концу. 10 колен оказываются пленены, оказываются переселены в пределы Ассирийской империи, и об этом царстве надолго, как и самостоятельном, в общем-то, навсегда можно забыть. И сейчас Израиль возрождается только в названии современного государства, которая тоже не так давно появилась на политической карте нашего мира. Вот, так сказать, те особенности, те уроки геополитики, которые мы можем извлечь из чтения Священного Писания, наверное, в тот момент, когда для нас чтение такое в особенности необходимо, когда для нас эти уроки особенно важны, когда мы можем постараться применить их к себе, к своей жизни – и сохранять то духовное единство, которое и дает нам силу и в отношении религиозном, и в отношении земном, политическом, та верность Богу, то хождение путями правды Его, которое предписывается нам в лице праведников и неправедников Ветхого Завета. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео.